Кто из вас что-то новое для себя узнал, услышал, почерпнул? Я, например, вообще не аудиал, да, я визуал, и поэтому я на слух, в принципе, вообще очень тяжело информацию воспринимаю, но с вами прям совершенно вот прям поняла, насколько, как это сказать, как это можно сделать, да, что даже я не аудиал, но насколько я стала эту информацию воспринимать. Как вот эти вот интонации, да, и тембр голоса могут способствовать, ну, пониманию информации и усвоению. Угу. Это так радостно слышать. Елена, я отслеживала, как вы соединяете вербалику с невербаликой. Вот как у вас смысл того, о чем вы говорили, соединялся с интонацией. Как бы вы доносили до нас какие-то знания, и при этом так управляли своим голосом, чтобы мы это отслеживали на примере. Вот это прям круто. Спасибо. Я прошла несколько курсов уже и актерского мастерства, и сценической речи, и понимаю, что, как это, океан безбрежный. Каждый вносит что-то новое, какое-то свое понимание, свой прошлый опыт, и вот в этом смысле ценность, конечно, необыкновенна. Как это, микролёнинг это называется, да, вот малюсенькие вкрапления такие лекционные, тут же практика, и тут же это все в лучшем как бы смысле вот эта демонстрация того, что она сочетается так все органично. Спасибо вам, я вас благодарю за хорошую обратную связь.